В Узбекистане стартовали парламентские выборы. Право на голосование имеют почти 20 миллионов человек. Для них открыли 10 тысяч избирательных участков, 57 из которых находятся в 40 странах. За выборами следят 65 тысяч местных и 850 международных наблюдателей. Всего в кампании участвуют 5 партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Милли Текланиш, Экологическая партия, Народно-демократическая партия Узбекистана и социал-демократическая партия «Адулат». Выборы впервые проходят по смешанной системе. Избиратели голосуют не только за одну из партий, но и выбирают депутатов по одномандатным округам. 75 депутатов избираются гражданами, еще 75 по партийным спискам. Отмечу, проведение экзит-полов не предусмотрено. Предварительные результаты голосования станут известны завтра. Парламент избирается сроком на 5 лет.